Сегодня в многоэтажном доме по проспекту Сатпаева произошел пожар. Подразделения ДЧС Восточно-Казахстанской области оперативно прибыли на место происшествия. На первом этаже горела квартира, огнем также был охвачен балкон. От высокой температуры огня пострадала наружная обшивка балкона, расположенного этажом выше, сообщает пресс-служба ДЧС. В целях безопасности задымленного подъезда спасатели эвакуировали по лестничному маршу 15 жителей, которых разместили в автомобиле «Вахта». Слаженными действиями пожарных огонь остановлен на общей площади в 20 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования. Всего в ликвидации пожара был задействован 21 человек личного состава и 7 единиц техники. В ДЧС настоятельно просят жителей соблюдать правила пожарной безопасности.